6 ноября пройдет последняя родительская суббота в этом году – Дмитриевская. Ее название связано с именами двух святых. Отмечается она в ближайшую ко дню памяти великомученика Дмитрия Солунского субботу. Святой жил в первые века христианства, служил проконсулом императора. Но, в отличие от большинства римских подданных, не выступал против последователей Христа, а наоборот, защищал их, за что и был казнен. А традиция осеннего поминовения, согласно преданию русской церкви, была введена святым благоверным князем Дмитрием Донским в память о погибших на Куликовом поле. Со временем Дмитриевская суббота стала просто днем молитвы об усопших, когда верующие приходят в храм на заупокойные богослужения, жертвуют на нужды церкви и раздают милостыню в память о своих умерших родных и близких.